Здравствуйте. Я являюсь сотрудником детской поликлиники 2-й городской больницы. Я заведующая участковым педиатрическим отделением Ткачук Татьяна Валерьевна. Сегодня я хочу обратиться к родителям наших детей и объяснить вам, как себя вести в сезон повышенной заболеваемости вирусными инфекциями, гриппом и, в частности, пневмониями. Вам необходимо организовать дома правильный режим дня с правильной температурой. Дома не должно быть жарко, не более 24-25 градусов. Ваши дети должны сбалансированно и вкусно питаться. Для этого, пожалуйста, в рацион питания своих детей введите не менее 40-50% блюд овощей и фруктов. Не отказывайтесь от проведения профилактических прививок. Знайте, что профилактика вирусных инфекций начинается с двухмесячного возраста. В случае появления дома больных, пожалуйста, организуйте разобщение. Это можно сделать как в квартире, так и, наверное, выбрать какие-то места, чтобы удалиться с детьми из этой квартиры. Если ваш ребенок все-таки заболел, пожалуйста, со своей стороны вы должны организовать обильное, адекватное выпаивание ребенка. Дома, в домашней аптечке, вам необходимо иметь жаропонижающее средство по возрасту, как для детей, так и для самих себя на всякий случай. Обратиться к врачу и, пожалуйста, не используйте мед, малину, варенье различные, чтобы не вызвать ухудшение состояния здоровья. Обратитесь к врачу. Не назначайте сами себе противовирусные препараты и особенно антибиотики.